Вот оттуда мы тут проехали, университетскую набережную. Сейчас вашему вниманию будут сфинксы. А вот Академия художеств. Ходит миф, что там памятник Екатерине, но это не точно. Давай, иди. Почеши его. Зачем? Антисанитария полная. Сфинкс. Ему в глаза нельзя смотреть. Из древнего Египта. В каком году? В 32-м, 39-м? В 1832-м привезли. Вот как его привезли? И вот эти вазы. Надо подумать. Почему умные чешут так, а дураки вот здесь? Вот. Что значат эти письмена иероглифы? Вот чем они их выбили? Лазером. Ну что, куда дальше, Яночка? Там дальше есть мост? Мы поворачиваем. Все, как скажешь.